расположен холодильник. Наверху нагреватель, внизу и попробуем рассчитать циркуляцию силы давления жидкости, которая будет циркулировать за счет разности температур по замкнутому контуру L нашего трубопровода. Для расчетов выберем высоту Y. Эту высоту обозначим буквой H. И тогда на каком-то уровне у нас давление столба жидкости будет определяться разностью. Суммарная сила будет направлена F1, сила давления вниз, а DL, если мы его здесь выделим, будет направлена вверх, здесь циркуляция будет отрицательным. Это мы посчитаем от 1 до 2. А здесь будем считать от 3 до 4. Поэтому пишем от 1 до 2 минус. Запишем силу. Ρ горячая. Ρ горячая на G на S, поскольку мы силу считаем. И высота у нас будет равна H минус Y умножить на dy. Здесь dy у нас будет играть роль dL. А справа у нас сила давления будет направлена F2 вниз. И dL тоже будет направлена вниз. Или dy. Это значение обозначим, высоту обозначим y, а вся высота будет по-прежнему равна h. Поэтому здесь мы пишем плюс, поскольку у нас сила и dy совпадают. Ро холодной gs, а под интегралом будет стоять y умножить высота столба y, ро y, давление умножить на s, это сила, умножить на dy от точки 3 до точки 4 и получим gs будет у нас одинаково. Здесь, когда мы подставим, ну, давайте по-честному делать, ρ горячее, теперь мы пишем h на y, это уже интеграл, минус, да, и здесь минус. Минус y в квадрате пополам от 0 до h. От 0 отсюда до h. Плюс gs у нас уже вынесено, поэтому здесь будет ρ холодное. А здесь будет y в квадрате пополам. После постановки пределов h в квадрате пополам. Теперь у нас здесь стоит, когда пределы поставим, будет h в квадрате, y в квадрате, h в квадрате, а здесь будет h в квадрате пополам. То есть здесь будет h в квадрате пополам, и здесь h в квадрате пополам. И мы ее вынесем. И получим gs h в квадрате пополам, ро холодное с плюсом, а ро горячее с минусом. Поскольку ро холодное больше, чем ро горячее, то величина это будет положительна. Вот примерно так можно рассчитать циркуляцию силы. Какой она будет иметь смысл, циркуляция силы? Ну, это будет что-то похожее на ускорение. Или на, поскольку у нас поток будет равномерный, F умножить на S,
это будет похоже на что-то на силу трения. Посчитали величину физически, смысл которой не вполне понятен, но называть может так циркуляция. Циркуляция вектора силы гидростатического давления в трубопроводе. В трубопроводе.